важное. Дай, пожалуйста, микрофон. Повтори, какое задание? Вы плохо знаете русский язык, но вам нужно объяснить нам что-то важное. Человек на человек, полиция, помоги, труп, да, труп. Браво. Вот, ну давайте я перейду, посмеемся над моим актерским мастерством. Прямо для меня. Вы просите говорить потише, но при этом очень стесняетесь.